Как же поднять вам настроение, милые мои? Вы лежите, планы сломаны. Настроение плохое, все еще болит. Непонятно, что будет дальше. Лучше всего увидеть тех людей, которые прошли уже ваш путь и имеют право рассказать о своих результатах. И поэтому я специально попросил своих пациентов, чтобы они рассказали. Не для того, чтобы делать мне рекламу, нет, а для того, чтобы поднять ваш дух, чтобы вы были не одни. Поэтому посмотрите результаты лечения, истории выздоровления, и вы поймете, что даже ваши серьезные травмы менее серьезны, чем тех, кого вы увидите. И вы увидите, что они смогли сделать. Они смогли сделать. Сможете и вы, если захотите.